Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и это Outlast, я продолжаю играть. Так, какой-нибудь самый внимательный зритель, может быть, обратил внимание на то, что у меня наушников на башке нет. Это связано с тем, что я их, чертовой матери, снял, естественно, уже просто невозможно. Они жутко, пиздецки, адово давят мне на голову, меня потом даже тошнить начинает. Сука, опять. Меня даже потом тошнить начинает от этого, поэтому я сделал очень круто. У меня микрофон на наушниках, я положил их на стол, сверху еще книгу, на книгу, и микрофон вот так вот торчит прямо мне в рожу. И я в него говорю. Я не знаю, что будет со звуком. Я ничего не тестил, у меня нет времени тестить. Я пришел с работы, две серии закинул. Плюс я еще сейчас в такой потрясающей ситуации, когда у меня серии на завтра абсолютно нет. Мне сейчас надо Кровизнесу взять один Outlast снять и еще что-то потом. И получается, все это дело надо... делать вот так вот, сразу, как есть. Потому что времени потом не будет. Сидеть и орать, блядь, 12 часов ночи не особо тянет. Так, я даже что-то со всем этим трендежом не услеживаю, что тут происходит. Во-первых, я камеру должен натянуть. Точно, точно. Давай пробежимся по новой. Сейчас, может, он какую-то заметочку сделает. Давай, наверное, сделаем. Ну, намного. Вот я даже сейчас играю. Я играю без этих ссаных наушников, блядь. Мне намного легче. Я чувствую себя лучше значительно. Потому что я их одевал, и я сразу ощущал какую-то усталость такую непонятную. Сейчас оно лежит передо мной, говно сраное, и как бы микрофон в меня повернут, и вроде играть более-менее можно. Единственное, я, конечно, побаиваюсь, что... Блин, нихера себе. О, как то! Ты ж, сука, ты посмотри, тут, оказывается, привидение нападает. Я еще так отвернулся. Все, он меня убил или чего? А, по новой, да? Я не знаю, со звуком явно будет что-то не так, по идее, потому что не может оно быть точно так же. Я говорю в него немного с другого угла, поэтому, может быть, он будет немного шипенен, шипящий, я не знаю, какой-то такой. Но выбора у меня нет, потому что я просто сдохну, если дальше буду в них сидеть. Так, давай, наверное, сейчас аккуратно сосредоточимся хорошенько. Нажмите «Удерживайте». Пока я закрывать что-либо смысла не вижу, потому что мне нужно еще туда бежать. Вот откуда-то здесь появилось это дерьмо, да? Вот там, наверное. Давай тогда сюда, что ли, бежать? Мы сюда не выбежим, правильно? Так, ага, вот он. То есть, сейчас, наверное, да, вот сюда. Я его обманул, грубо говоря, правильно? Давай, закрываем дверь. Призрак. А призрак вообще дверью как-то... Ух, черт, он ни хрена там не хочет. Давай соскакивай, сука. Быстрее вентиляцию, быстрее, падла. Так, отлично, все. Приплыли. Тут вроде бы безопасность. Или нет? Чего? Куда мне надо? В сортир, что ли, заныкаться? А ну, все, не трожь. Занято, занято, сортир оккупирован. Отвали. Нажмите удержать левую кнопку. Ну, я же не могу тут вечно сидеть, правильно? Главный герой просрется, а что дальше мне делать, верно? Поэтому... Ох, это великолепно просто. Отстань ты уже от меня. Ну вот. Не получается. Ты смотри, как я неудачно начал серию. С какого-то такого супер тяжелого места. Так, я еще, конечно, очень надеюсь, что я правильно выбрал расстояние говорения в микрофон. Вот будет эпик, если вообще ни хрена не будет слышно. Тогда я даже не знаю, выкладывать серию или нет. Ну, впрочем, ладно. Если я ее выложу, то выложу. А если не выложу, то вы все равно не услышите, что я сейчас сказал. Так, побежали вновь. Чё ж тогда? Погоди, давай сюда попробуем, может. Да, я вот сюда вроде не заходил. Не. Тут, а ну стоп. Что за... Блин, вот это у него камера, она, короче, у него барахлит, и мне все время кажется, что это кто-то нападает. Ну, это специально, видимо, так и было задумано. Чтобы несчастный игрок ссался просто от ужаса. Так, сейчас, погоди, выбегает это говно. Да? А я, наверное, могу от него сейчас спрятаться. Чего мне, собственно, на рожон-то? Где? Да блин, ни хрена, спрячешься от него, как же? Вот паскуда какая, ты посмотри на него. Так, как я делал? Я вот сюда пропрыгал, да? Затем мне, по идее, вон туда бы, но как я туда попаду? А, вот. Стой. Ах ты черт! Давай прыгай, блин, наверх, давай прыгай, сволочь. Ну, запрыгни наверх, ну. Это какое-то издевательство, я что-то пока вообще не знаю. Ну, игра идет, в принципе, 5 минут, поэтому... Уж 5 минут-то я потупить, наверное, могу, я надеюсь. Ну, пока я вот без понятия. Так, опять идет... Опять через эту комнату можно пройти зачем-то потом. А что, если бежать обратно? О,
Смотри-ка. Что здесь? О, я какое-то таинственное... Таинственное. Это тайное помещение наше. Секретное место. Тут у нас особо ничего. Ладно, давай тогда еще раз бежать опять к этому говнюку летающему. Вот он сейчас полетел, погоди. Да, вот, а я вот так вот его, надурю. Вот так. Сейчас сюда. Раз, залез. Так. Теперь он, наверное... Он же не полезет в вентиляцию за мной? Или полезет? А где ты, Вальридер? Вальридер же его зовут? Или как его звать-то? Ну да как. Где он? Ну, сволочь такая. Он будет появляться везде, где бы я не приземлился. Правильно? Поэтому... Я не знаю, давай попробуем вот здесь выбежать и куда-то сюда, например. О! Отлично. Опять-таки, не знаю, есть ли смысл против него дверь закрыть. Все, куда-то пришел, смотри, какое-то интересное место. Тут опять-таки камеру-то надо держать, я прекрасно это понимаю, чтобы он заметки делал. Но с камерой потяжелее, потому что она конченая совершенно. Он ее разбил, ублюдос, поэтому теперь... Вот я не знаю, мало было всяких психов с арматурами. Теперь еще какой-то шароебец привидение хочет меня... Блин! Ну давай, убегать куда? В какую сторону? Куда убегать-то, я не знаю. О, отлично, тупик. Тупик, что ли? Где он? Блин, а, вон, где-то здесь. Так, хорошо, сейчас. Двери надо закрывать против него, правильно? Двери, давай, оп. Закрыл дверь, отлично. Появляется черная рожа какая-то перед глазами. Так. Ой, ну зачем вот зеленый дым? Это, наверное, не очень хорошо. Это не до... Отстань от меня. Стань ты от меня уже, ты достал, чувак. Что-то такое, что тебе надо? Вроде бы и спас мне жизнь, убил этого жиробаса, а теперь еще ко мне лезет. Так. А, вообще, конечно, если херовый будет звук, то это будет плохо. Мне придется стационарный микрофон покупать. Потому что эти наушники я больше их, наверное, не надену. Невозможно. Ладно, посмотрим. Может быть, все не так ужасно обернется. Давай так, журнал читать. Записка для всего персонала консультанта ММ-008 Рудольфа Вернеки. Не обожествляйте рой и не позволяйте бреду пациентов влиять на ваши собственные убеждения. Всякое разумное существо, порожденное данной технологией, будет настолько превосходить нас, что иллюзия его божественности может показаться вполне обоснованной. Мы всегда всматривались в хаос и называли его богом. Теперь мы обладаем такой силой, что подобные верования могут нас уничтожить. Не поддавайтесь искушению, не забывайте, что вы ученые. Они не поддались, они абсолютно не поддались. Вот это, кстати, ни хрена не ученый, это полицейский вообще. Почему у него лежал этот рапорт? Он не должен был это читать. Он должен был читать только рапорт на тему того, как часто ему жрать пончики. Там, с 3 до 4 или с 2 до 3, например. Так, какая-то камера, я смотрю, следят за мной, наблюдают конкретно. Так. Ух ты. О, заметку, он там заметку какую-то накалякал. Давай сейчас смотреть назад. Идет сохранение параллельно еще. Аппарат Вернеки. Сборочная установка, камера питания, молекулы исходного вещества. Смутно вспоминаются статьи о нанотехнологиях. Читал с монитора невнимательно. Возможно, пьяным. Определенно недостаточный запас знаний, чтобы суметь это разрушить. Все вращается вокруг Билли. Найти его, убить, покончить с этим. О, в пизду Билли. Я один раз это имя услышал под конец вроде бы и все. Не знаю, может было еще что-то про Билли, но я не запомнил. Я не знаю, вот это все мне больше как-то... Alien Isolation напоминает, честно говоря. Или как Isolation, как правильно оно произносится. Я проходил эту игру. Есть плейлист в описании, кстати, да. Ну там такое. Там прохождение без камеры с достаточно кретинским звуком. Вот как сейчас, наверное, будет, да, в связи с моим нововведением. Что? Простите. Назад. Отключите подачу жидкости из резервуара системы жизнеобеспечения. Как два пальца сейчас быстро. Я только в резервуаров жизнеобеспечения. Кто там? Ты друг? Я люблю этот вопрос задавать. Ты друг или враг? Это из старой готики Ночь Ворона. Мне один чувак там в пиратском лагере задавал этот вопрос, и мне как-то запал прям в мозг. Это, наверное, друг. Но ему очень нравится этот ссаный аппарат Вернеки. Он прям так смотрит на него через это стекло. Ему прям в кайф вообще. Ползает, как тигрица в клетке. Откроешь? Не откроет. И эту не откроет. И эту не откроет. Кто бы мог подумать. Ни хера он не откроет. Ладно, тогда давай спускаться отсюда. Давай пытаться... Нам надо отключить аппарат, правильно? Отключить аппарат можно где? В отключательно-аппарательный, верно ведь? В какие-то рычажки, какие-то
гребаные кнопочки, это все панельки, это все вроде бы там, но меня туда не пускают. Поэтому идем сюда. И надеемся, что никакой сраный призрак не появится. Потому что призрак, оказалось, это ничего хуже, наверное, чем эти мужики. Он появляется из ниоткуда. Так, не знаю, мне сейчас бежать или мне ходить, или мне ползать. Так. Вот у меня есть подозрение, что с появлением этого призрака и вот в этих вот светлых относительно коридорах игра станет менее страшной, но более раздражающей. Вот у меня есть такое подозрение. Сейчас посмотрим, прав я или нет. Почему мне так кажется? Потому что более раздражающим этот мудак, он может появляться отовсюду, как я уже упоминал. И это будет раздражать. А страх, ну как бы страшно уже меньше, чем вот на данный момент. Страшно гораздо меньше, чем было страшно в лечебнице в самой. Легкие били, внутренности. Механизмы жизнеобеспечения. Машина площадью с футбольный стадион поддерживает жизнь в этом психе. Сломать все к чертям, он должен умереть. То есть это вот все это, чтобы поддержать жизнь в каком-то мудаке. Представляете себе, какой важный человек. Это прям даже зависть какая-то. Я вон сдохну, не всем насрать будет. А вот тут прям вообще так постарались, только отгрохали. Он же не один это наверняка делал, он собрал целую команду, говорит, ребят, вы же хотите, чтобы я жил? Они такие, да, конечно, Билли, вообще мы тебя так любим. Не дай бог бы Билли кто убили, и мы бы его убили тоже. Это что? Это какой-то странный фломастер или маленький желтый фалоимитатор, я не знаю. Так, это что? Это ничего. Все ничего, короче, я приперся хер пойми куда. Ладно, давай, о, точно, тут же еще поворот есть. Давай сюда ходить. Сюда ходить, давай сюда пойдем, давай сюда ходить сюда не надо, сюда достаточно один раз пойти и все сделать, что надо, и все. Так, вращаем вентиль, да, вентиль, я даже заскриню вентиль, потому что отключите подачу тока, что опять-таки, какого хрен так быстро? В лабораторный генератор, давай. Ах, где там лабораторный генератор? Может это уже сюда на этот раз? О, ну началось, а, кстати, камера. А, ну а смысл, погоди, смысл мне в камере, если тут светло, если я все странные заметки свои уже отзаметил, все заметил, что мог. А где призрак-то, он гонится там, да? О, он там гонится, блин, за мной, хорошо. Так, сейчас я орать особо не буду, потому что сейчас мне, честно говоря, особо и не страшно, мне просто... Ой-ой-ой, он появляется, все, вот сейчас было чуть-чуть страшно, да. Так, кровь, да, это все прекрасно, так, сейчас еще раз. Кровь, это все прекрасно, обалденная реплика, да? Я уже такой псих, что для меня кровь это прекрасно. Хорошо, я правильно понял, что мне куда-то сюда и что-то крутить, вертеть. Оп, лапу свою. Так у тебя одного пальца нет, это не считается. Так, что? Система не активирована. А, вот, смотри-ка. Ох, черт возьми, точно, он же, блин, он же никуда не делся-то, этот гондон. Он же за мной летит. Давай, наверное, наверх. А заметку сейчас почитать можно, например? Ох-ох-ох. Ох-ох-ох. Падла. Давай протискиваемся сюда. Все, вот тут, наверное, я уже буду, ну, в безопасности, нет? Ого, как ты резко открыл. Да, идет сохранение. Смотри, меня тут сохранило. То есть мне сюда все-таки. Так, ну, он по-прежнему за мной гоняется, блин. Вот я же говорю, страха уже как такового особо нет, но вот раздражать будет вот этими погонями, наверное. Чутка. Хотя, в принципе, тоже интересно. Интересно в каком плане? В том плане, что были психи, а теперь призрак. Я, когда начинал играть, я не ожидал. Не ожидал чего-то потустороннего от этой игры. Я думал, все время будет беготня от бомжей каких-то с топорами в руке. А нет. Оба! Давай, красавец, только не... Да, молодец. Все, он не перепрыгнет там, я надеюсь. Призраки умеют прыгать вообще? Никак. Ох, бля. Куда это я вообще забежал? Так, ну, наверное, все правильно, я думаю. Так, отлично. Есть! Опять каким-то зеленым саньем меня заговнили. В какую сторону? Ага, понятно. Вот и стой там, козлина. Батареек нет, ничего нет. Еблок, да, я согласен, как бы. Тут такой... Еблок мне сейчас кто-то расхерачит, наверное. Наверное, этот призрак мне еблок хорошенечко пропишет. Так, давай, делай все, что нужно, чувак. Я в тебя верю. Только смотри, током не убейся. Новая цель. Отключите блок поддержания жизни Билли. Чего за сраный Билли? Хоть покажите мне его уже, наконец. Так. Это, наверное, сюда опять? Да. Логично положить. Сейчас обратно? А, или, может быть, вообще сейчас на другой этаж. Погоди, давай сейчас смотреть. Нет, сейчас обратно, смотри. Сейчас мы обратно возвращаемся сюда. Там уже делать было нечего особо, поэтому я пошел в лифт, вроде бы сделал правильно. Да? Да или нет? Не знаю. Не уверен. Так, опять жуткий музон.
А вот это так нужно? Ага, это, наверное, так нужно все-таки. Да, наш главный герой очень сильно страдает. Это похоже на заскриптованную сценку. Это не похоже на то, что я проиграл. Да, идет сохранение, отлично. Причем я такой полудохлый сейчас тип. Вообще, надо признать. Отметить это. Потому что если сейчас на меня... Что за дьявольщина? Я правильно бегу? О, смотри, да, то есть Билли, видать, понял, что грядет пиздец, поэтому у него тут какой-то небольшой стресс, наверное, убили. Ну давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили. Ай-яй-яй-яй-яй, ни за что, ни про что, суки, замочили. Давай, все. Ворнинг. Билли, это ты? Да, такое, как такое не заснять, правда ведь? Ого. Как же ты уже запарил, приятель. Отвали. Кстати, что он там в заметках? Да, вот сейчас самое подходящее время почитать заметки, наверное, верно ведь? Билли Хоу. Согласно медицинской карте, Билли должно быть 23. Выглядит на все 50. Тяжело прожито. Он искорежен болью. Убить тебя значит проявить милосердие. 23 года этому Билли? И такой важный человек уже, ты смотри. Мне 24, я пиздюк никому нахрен не сдавшийся. А он прям... Он какую ему отгрохали... Что ж ты делаешь со мной? Билли, это ты? О, кино показывают, смотри. Пальцев нет по-прежнему, да. И не будет уже. Как ты жив до сих пор, чувак? Тебя уже... Уходите! Ничего себе! Бывает же так. А, так он еле ходит, блин. Погоди, а уходите в какую сторону? Давай вначале определимся с направлением, так, чтобы железно, а то я чувствую, я сейчас буду брести очень долго и нудно. И если не туда пойду, то... Кстати, как вот с тем чуваком поговорить? Нет? Который ползает там. Он же ползает? Или нет? А ну. Да, блин, что тебя так трясет, мудак? Ладно, уходим отсюда. А это я чувствую уже к финалу дело близится, наверное. Что, нет? Что, я не туда пошел? Я не туда пошел, представляете? Уходите, блин. Ох ты ж, сука. Ладно. Ну, значит, как? С тем, я думаю, здороваться смысла нет. Он не общительный. Получается, что, да, вот Билли сдох. А мне туда, получается. Да, на лестницу и куда-то там дальше. Но я что-то не... Мы далеко-то так не дойдем. Главный герой, мне кажется, помрет, наверное, сейчас. Потому что куда он дойдет в таком положении? О, да, да, вот сюда, точно. Вот сюда, правильно. Ну, соберись давай, чувак. Что, зря все это было? Что ты тут сдох? Зря тебе пальцы отрезали. Ты даже... камеру свою не доставишь на поверхность тогда. Все, ему еще не легчает, да? И сколько ж мне так раком ползти? Я не могу. Кажется, он не выживет. Как бы все уже концовку этой игры наверняка знают, кроме меня. Мне кажется, он не выживет. Слишком маленькие шансы. Тут сейчас еще, наверное, как в лучших традициях, все к херам взлетит на воздух, да? И как бы все. Вместе с нами. Или же нет? Да блин, что такое? Глаза чешутся, вокруг глаз чешутся, все чешется. То голова болит, то что-то чешется. Я не знаю. А просто нет такого, чтобы все было как у людей. По крайней мере, у кого-то здоровье еще хуже, чем у меня. Я могу посмотреть, порадоваться. Последний скот, который... А, то есть, эти сейчас меня пристрелят. Да, я так и понял. Эти меня, получается, пристрелили, а тот мудак остался жив. По-прежнему. Это просто обалдеть. Теперь ты здесь хозяин. Гот. Гот это козел, по-моему, если я не ошибаюсь. Ничего,
Этот отряд спецназовцев кровавую оргию там замутил или чего? Outlast by Red Barrels. Вот так вот пройдена игра. Было, по-моему, неплохо. Нет, это как бы не лучшая игра, которую я проходил, но я получил удовольствие. Я реально получил удовольствие от всех этих... Я реально пугался, это было здорово. Я не особо разобрался в сюжете, не буду врать. Music Samuel LaFlamme, да, это надо запомнить. Я показываю, не знаю зачем, потому что все равно не видно, куда я показываю, но тем не менее. Давай попробуем пробел, Enter, там, Escape, может быть сейчас какой-нибудь еще ролик после титров. Как бы титры-то я до конца смотреть не буду, я не псих. Нет, все, как бы на этом все. В общем, вот так игра пройдена, отлично. Если понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, оставляйте под этим видео комментарий, ставьте ему палец вверх. Смотрите описание под видео, где есть плейлист на Outlast, много других плейлистов и ссылка на группу ВКонтакте, в которую я вас приглашаю. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.